Кировская область может стать примером для других регионов по участию граждан в развитии территории. Сегодня в Юрьянском районе состоялась конференция на тему формы реализации гражданской активности в рамках местного самоуправления. Подробности в материале Кирилла Сысолятина. Формы реализации гражданской активности в рамках местного самоуправления. Под этой длинной формулировкой скрываются проекты, реализуемые по инициативе граждан и при их непосредственном участии. В Кировской области яркий пример – это проект по поддержке местных инициатив. В регионе реализуются самые разные инициативы населения – ремонты дорог, придомовых территорий, благоустройство парковых зон и строительство детских площадок. Идея каждого проекта идет непосредственно от инициативной группы граждан. Органы власти только финансируют реализацию проектов. Начинался в 2010 году с 6 муниципальных образований. Сегодня вся область, все муниципальные образования в этом проекте участвуют. Не так давно была реализована тысячная инициатива. К концу года общее количество проектов, которые в рамках этих инициатив реализуются, достигнет 1300. Подобного проекта с такими масштабами нет больше ни в одном регионе. Секретарь Общественной палаты России Александр Бричалов высоко оценил проект по поддержке местных инициатив. То, что я сегодня услышал, и народный бюджет, и поддержка гражданских инициатив, это однозначно интересно. Я очень хочу вникнуть в этот продукт, в эту инициативу. И однозначно на ближайшем встрече Общественного совета России, Общественной палаты России, мы будем предлагать это для реализации во всех регионах. Также на конференции были представлены такие проекты, как «Народный бюджет» и «Ночной патруль». Второй гости региона отметили как перспективный для тиражирования в других субъектах федерации. Что касается Кировской области, то, по словам Никиты Белых, эти проекты продолжат свое существование. Мне кажется, что когда люди начинают говорить не об общих как бы вещах, а понимают, что их гражданская активность, их инициативность связана с решением вполне конкретных проблем, которые влияют на их среду обитания, которые влияют на комфортность проживания. То есть это существенно меняет дело. Кирилл Сысолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.